Всем привет, с вами Gamer CP, 29 августа на компьютер, PlayStation 5, 4, Xbox One и Xbox Series выйдет игра Under the Waves, в глубинах океана, ох, какие у него ягодицы. Это повествовательная приключенческая игра, все полагающиеся силе горя. События разворачиваются в техно-футуристических 70-х годах прошлого века в пучине Северного моря, где профессиональный водолаз Стэн изо всех сил пытается преодолеть последствия утраты, которая перевернула его жизнь, и принять новое будущее. Изоляция в морских глубинах как нельзя лучше подходит его душевному состоянию, и по мере того, как Стэн все глубже погружает в свое добровольное одиночество, с ним начинают происходить странные вещи глубоко под волнами. В конечном счете ему приходится делать трудный выбор. Ну, по-моему, мы будем на батискафе здесь искать Титаник, надеюсь, или нет.